Итак, всем привет, с вами я, MindGamer, и сегодня я снимаю уже 10-ю серию одиночного Майнкрафта с MindGamer, поэтому сегодня у меня юбилей, вот, и в честь этого, что я сделаю? В честь этого я что-нибудь в этой серии поделаю, а конкретно я собираюсь сейчас достраивать свою башню. А потом подведу итоги. То есть, что я сделал за первые 10 серий этого сезона летсплеев. Итак, вперед! Только не в лаву. Итак, значит, в прошлой серии я уже сделал. Я вообще-то много чего делал. Оно у меня вообще получилось, что я ее в два раза выкладывал. Кстати, в данный момент я даже еще вторую часть не выложила, а уже снимаю. Она у меня уже срендерена, ее осталось только вот выложить. И сегодня я, и значит, сейчас я сделаю вот эту вот, сделаю эту башню. Я постараюсь ее сегодня доделать. Для этого у меня вот сейчас есть вот такой вот красивый, любимый наш кирпичик. Что я сделал вне серии? Я вне серии добыл вот как раз его. Я вот как раз его и добыл вне серии. Так, давайте, наверное, сначала вот эту вот. Блин, трава. Трава мешается немножко. Так, теперь не достаю, ладно. Достаем, ой. Теперь, о. Опс, косяк. Что-то у меня, знаете, иногда как-то, когда я вот почему-то именно записываю, мне бывает подлагивает, что я как бы блок ставлю, а блока нету. Вообще не понимаю, что это тахуе. Это какое-то чудо природы вообще. Чудо Майнкрафта, точнее. Так, теперь, значит, надо вот сюда и сюда. То есть вот так и вот так. Текс. Это сюда. И я думаю, что... Опс. Что в этой серии я... Все-таки эть. Стоп. У меня что, опять блоки начинают пропадать? Черт. Это не шутки. Это не смешно, Майнкрафт. Я хочу тебе сказать. Почему ты не даешь мне поставить блок, когда я высоко? Вот видите, вот я, вот у меня почему-то так лагать начало с прошлой серии. А главное, я даже сейчас уже поставил Optifine сюда. То есть у меня сейчас раньше был просто Forge с вот там Zans Minimap и Not Enough Items. А сейчас у меня еще вот стоит Optifine здесь. Ну, что-то это как-то чудно, честно говоря, для Optifine. Где солнце? А, нормально. Еще можно подождать, так скажем. Не знаю, может мне это все дело ускорить? А давайте да. А ускорение начинается через раз, два, три. We'll be right back.
Так, ну, собственно, что я хочу сказать. Я сделал вот этот вот низ для башни, поэтому я думаю, у меня уже пора тпшкаться. Я как раз к ночи закончил. Сейчас моя комната. Спим. Надеюсь, там еще никто не успел заспавниться. Потому что если там зомбари заспавнились, то это плохо. Если не заспавнились, то хорошо. Вот. Ну, вроде не за... Мама. Не заспавнились. Так. А как мне... Мне что теперь? Вот так вот тут ползти? Да ну нафиг. Да ну нафиг. В общем... да, я... что? Я вот как бы построил все это... Построил как бы до конца уже свою башню, в которой я как бы жить буду. Но что я не сделал? Я... У моего дома как бы нету крыши. Ну, и я подумал, как бы вне серии... ну... Из чего можно сделать крышу? Я подумал, что ее можно сделать из дерева. Так, значит, давайте большую часть переделаем. Я не помню, по-моему, вот так она, что ли? Да, ну, как, кстати, ровно. Вот, и вот из таких вот ступенек мы сейчас будем делать нашу крышу, но только мне надо сначала взять лестницу. Так. Блин, лагает. Не знаю, я вроде бандикам обновил, но может у меня компьютер слабенький для этого. Ну, не знаю. Так, а давайте, знаете, что попробуем сначала сделать... как это, ну, можно сделать. Смотрите, наверное... А надо поесть. Есть что поесть? Да, не жирно. Давайте немножко хлебушка тогда, что ли, сделаем. Угу. Что это мы сюда кладем, а это мы сейчас в я сказал хлеб. Вот. Да, хлебушек. Два хлебушка. Давайте поедим. Ой, блин. Давайте, вот, все, один съели, и пока достаточно. Полезли наверх. Да ё-моё. Блин, Майнкрафт, не лагай. Майнкрафт. О, господи. Опс. Да. Что-то мне казалось, что строить крышу будет как-то попроще, честно говоря. Но с моими, знаете, лагами проще не проще, а это все равно как такая... проблемка выходит. Так. Теперь... Да. Вовремя. Ничего не скажешь. Так. И все-таки крышу как-то надо строить. Но я не могу ее строить, когда у меня так сильно... Мама. Вот я же говорю, рыхками двигается почему-то. Ну почему? Почему я не могу нормально играть? Без лагов, как нормальные люди. Даже у лагера почему-то меньше лагает. Вот мне вот это вот интересно. Почему даже у лагера, хотя это как бы, ну, его профессия лагать. Почему даже у него нормально не лагает? Ох. Так. Так.
Так, интересно, хватит хотя бы на первый ряд, вот на весь. Так, это мы сейчас займ. Упс. Так, потом сейчас мы... Так. Так. Нет, не хватит, я думаю. Так, сейчас... Это, знаете, может кто-то думает, что сейчас так это... Очень так тупой строит крышу, что нельзя, можно как-нибудь по-другому. Но, знаете, с моими лагами... Особенно вот в такой ситуации очень, знаете, неудобно играть. Ну, на какую-то часть так, значит, хватило. Вот. Так, ну, норм. Но для того, чтобы нам, ну, так сказать, что-то, чтобы нам дальше делать крышу, нам надо дровосеком мне поработать. Так. А, собственно, что еще-то у меня ж этот топор в руке. Погнали. А, стоп, а у меня нет случайно вейпоинта лес? Так, каньон... Нет. Фиго, надо будет сейчас тогда поставить. Вейпоинт лес. Да. Строительство дома требует жертв. Блин, сейчас будет лагать, потому что будет прогружаться. Так, вот я сразу вижу, что вот этот вот торчок надо срубить. Сейчас мы его срубим. Текс. Может, мне надо было еще один топор скрафтить? Хотя, не знаю. Ой, как бы сейчас рекапитейтор пригодился. Текс. О, классно. Все. Не догнал. Что-то подла... Да, господи. Лагает-то как? Господи. Господи, ведь гладкая графика, когда я не снимаю. Ё-моё, а? Что ж такое? Ладно. Так, пауза. Так, продолжаем. Есть еще тут какие-нибудь такие некрасивые торчки? А, вот О, коровы. Офигеть. Здесь еще, оказывается, есть коровы. Так, сейчас. Тут вот все. Надо этот торчок срубить. Что он, блин, портит весь ландшафт. Так, стоп, а где мой... А, вот он. Так, сейчас мы под себя его немножко подставим. И заберемся. И вот, блин. Что так, блин. Что-то, по-моему, даже такое ощущение, что без Optifine лагал меньше. Вот честно. Хотя вроде как Optifine это, чтобы это, меньше лагало. О, пустынька. Пустынька. Точнее, не пустынька, а просто какие-то обрывки пустыни. Так... Ну, еще, наверное, надо что-нибудь. Сейчас еще порубить надо. Тут все равно еще саженцев дофига, которые не растут. Так что нормально. Хотя, вот, честно говоря, я не очень люблю вот такой вот, блин. Такое вот дерево. Ну вот, ель, елку.
Из-за чего мне не нравится ее, ну вот цвет, как вот в Майнкрафте нарисовали елку. Мне вот нравятся доски из дуба. Ну, из березы мне тоже не очень нравится. Очень светлый, на мой взгляд. Вот. Так что, ну, как говорится, taste diff, вкусы разные бывают. Опс. По-моему, мне пора возвращаться домой. Так, давайте сейчас здесь поставим новый waypoint. Поставим такой вот цвет и назовем его лес. Угу. Пунто свитчер хорошо сработал. Готово. Все. Лес, 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 лес. Теперь в мою комнату. Все. Пожалуйста, без лагания. Можешь прогружаться в Майнкрафт? Я тебе как бы, ну, не запрещаю, по-моему, прогружаться, а ты, ё-моё. Так, ладно, давайте тогда пока вот пока вот это пока это переделаем. Когда он пишет, что мне что еще не ночь. Давайте вот так. Доски. Ого. Круто. Значит, это еще ступеньки. Давайте половину вот этого мы сейчас переделаем. Вот так. Во, 48 ступенек. Класс. Ой-ой-ой. Сейчас зомби пойдут. Спать пора. Там уже, по-моему, кто-то ходит, бродит. Если я не ошибаюсь. Или не ходит, бродит. Я не знаю. Сейчас. Да ё-моё. Чуть не. Сейчас упаду, не упаду. Нет. Не ходит, не бродит. Все. Давайте опять полезли на крышу. Опять крышу достраивать. Но это все так, знаете, я так понимаю, это очень все как-то скучно. Даже, по-моему, в пещерке лазить интереснее. Ну. Не знаю, мне нравится, например, строить дом, но и потом я хочу, чтобы у меня был красивый дом. Потому что, ну, знаете, я как-то, знаете, вот считаю, как бы если человек в Майнкрафте строит коробку, ну, вот просто, тупо говоря, коробку вместо с нормального, так скажем, дома, это значит, что этот человек очень ленивый. Ну, я серьезно. Поэтому, да ё-моё, а у меня, если бы я был сейчас ленивый и заплюнул бы сейчас с такой, ну, как бы строить вот эту вот сейчас крышу, ай, ну, поставилась, то, ну, я не знаю, у меня бы, и если бы я вообще бы строил какой-то бред, ой-ой-ой. Нет, нет, я падать туда не хочу, я туда не хочу. Так, а какого фига здесь? А у меня есть сейчас с собой? Есть, слава тебе, Господи. О, ой-ой-ой-ой, мне подкрепиться надо. Такс. Если я сейчас грохнусь, то, по-моему, мне будет фигово. Что у меня нифига восстанавливаться не будет. Есть что пожрать. Так, гнилая это я не хочу. Ну ладно, придется что? Придется идти. А-а-а! Ну вот именно. Я же сказал, опять дверями балуюсь. Так, чего? Давайте коровок поубиваем их как раз у меня. Давайте убьем двух коровок. Вот. Ну, корова, иди сюда. Так, о, она мне еще кожу дала. Я сделала из нее, из этой кожи домашние тапочки. Это что за лаги? Слушайте, если стрельну, что-то это как-то больно уж. Нафигово.
Больно уж. Блин, где корова? Не насесть по загону. Вот все. Уснем. Так, моя комната. Вот так. Значит, давайте сюда. Так, пауза. Так, извините, пришлось прерваться. Так, ну все, пусть она пока пожарится, а я пойду, наверное... Кстати, куда я пойду? Ой-ой-ой, надо же кожу убрать. Так, а куда это можно сунуть-то? Наверное, сюда, я не знаю, просто мне еще только... Я просто это сейчас у меня пока все здесь хранится, а... Ой. Слушайте, постойте, я переэта. У меня просто этот минимап, вот когда я ставлю на паузу, у меня вот такой появляется. А я сейчас, по-моему, немножко так, с паузами понапутал. Сейчас, значит, секунду. А вот все. Все. Разобрался я с паузами, что у меня такое бывает. Что я вот как ставлю на паузу. Ой. Как ставлю на паузу видео, то у меня сразу начинает такая сетка появляться. Я так понимаю, что это что-то там, какая-то измерительная... Просто у меня как бы забинзенные вот кнопки совпадают. Ой, я правильно делаю? Правильно или... А, стоп. Да, правильно. Все, я делаю правильно. Так. Все. Прыжок. И прыжок. Все. Вот это вот ступеньки мы сделали вот так. Пойдемте, давайте сейчас я спущусь на огород. Вот, да. И посмотрим, и давайте посмотрим, как и там смотрится со стороны. Прямо неплохо. Неплохо, хочу сказать. Так, о! Опять, блин. Я так и знала, что если я сейчас начну играть немножко на другом Майнкрафте, у меня сразу все полезет. Бои со светом, и так далее. Понятно. Давайте тогда... Ну да. Следующий слой... Ой, простите, это я микрофон дернул. Давайте немножко сейчас вот сюда поставим камень, потом его уберем. И сейчас его вот так поставим, да? Сейчас уже здесь будет безопаснее немножко, потому что... А потом... Да, вот, да, именно так я и хотела. А потом этот блок убрать. Все, так, дальше. Мне кажется, что я в этой серии так и не дострою эту башню. Хотя, может, и дострою. Ой. Так, не-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 не. Косяки мне на крыше тем более не нужны. Протекать же будет. Хотя странно, что у меня она не протекала до сих пор. Хотя дождики были, но я, по-моему, я не помню, я их отрубал. Или, может, не отрубал. Я уже забыл. Надо посмотреть, может, я когда-нибудь дождики отрубал. Ну, потому... А! Если бы там было бы высоко, я бы... Я чуть-чуть не обосрался. Вот, а может мне, кстати, сделать здесь чердак и на нем что-нибудь здесь сделать? Хотя нет, тут, понимаете, если даже сделать чердак, то тут при всем желании особенно не расположишься. Так. Это сюдема. Это сюдема. Так. Текс. Ай, сейчас аккуратненько. Так. Это мы сюдема. Это мы сюда. Нет. Косяк. Куда, ё-моё. Так, сейчас... нет, мне, пожалуйста, без косячков. Можно? Да... Фу. Тупой Майнкрафт.
Быстро мне поставил как надо. Быстро. Кому сказал? Кому сказал? Быстро. Во. Да. Так. Значит, теперь, если я не ошибаюсь, надо вот так. Ой-ой-ой. Все-таки пока еще нет. Пока еще опасно, как видите. Упал же. Так. Пока еще опасно. Упал же в тот раз. Помните. Вот. Поэтому, ну, я думаю, когда уже... Там уже все равно потом все это... Кстати, а мне интересно. Мне интересно. А мне все это... О. Что это за колючка? Что это... Это как-то странно, больно. Что-то не понял. Я вроде хотел поставить как-то... А, наверное, вот... Ой, ёксель. И что мне делать, если у меня так вот Майнкрафт желает? Странно. Но... Эй, черт с ним. Я не знаю, может сейчас он. Я не знаю просто. Я не знаю сейчас, что делать. Тикс. Я не знаю сейчас, что делать. Что. Я вообще как бы первый раз такое вот вижу, чтобы у меня так ставились блоки. Коряво. Или я блок неправильно ставлю. Что, кстати, очень. Возможно, не знаю, может мне не так надо было поставить, а, например, если, например, поставить, сейчас я возьму его, поставить, скажем, вот так, нет, то же самое. Блин. Ох, господи, Майнкрафт, ты меня убиваешь. Где твоя железная логика? Ладно, пусть уж так будет. Так, ладно, давайте возвращаемся в комнату. Все равно там ночь, сейчас поспать надо. А когда наступит утро, мы опять возьмемся за дело. И я надеюсь, что все-таки мы доделаем крышу в этой серии. Но насчет крыши, что насчет вот крыши, я хочу сказать, то я думаю, что вот это вот... А вот это вот мы, наверное, не ступеньками заделаем, а этими полублоками. Вот, потому что, видите, уже начались косяки, а когда все с косяками, знаете, сами знаете, начинаешь взбешиваться немножко. Так. Так, не только прямо. Да. Вот. А вот это вот мы сейчас... вот этот косяк мне все мешает. Почему? Ну, вроде... Понимаю. Что за это косяк-то такой? Вот он как бы все идет прямо, да? Все здесь как должно быть. Вроде же. Да? И вот почему такой косяк взялся? Вроде все как надо делать. Так, ладно. Сейчас у меня осталось, они как делаются, вот так? А, нет, стоп, нажимная панель. Ой, ё-моё. Ладно, сейчас в сундук положу. Может, пригодится где. Но все равно, она... Мне сейчас она не нужна. Так, а мы сейчас из вот этих 33 досок сделаем... Именно да. Вот. Да, можно было бы и поменьше. А хотя, я же все равно, у меня еще будут другие башни. Это я только сейчас свою жилую, так скажем, делаю. То, вот, например, я сделал для потолка слишком много таких плит. Ну, пусть будут. Чего? Все равно же...
такой. Нет, 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 я не то хотел. Я хотел не то. Я хотел вот этого. На чем мне делать? Давайте так. Потом ее надо срубить. Пусть она уж там будет. Так, где у меня? Вот они, 64. Круто, больно. Что-то я разошелся. О, блок. Так. И еще бывает, что ставится вот так вот, вот не по одному, как вроде как ставишь, а по два. А, стоп, а у меня вот, это вот один блок, да? Должно быть вот так. Нет, я не знаю, как это можно заделать. Но все равно здесь кто с высоты смотрит? Птицы! Ну, из птиц в Майнкрафте это только курица, и то она не летает. Я не знаю. Кстати, может быть, так предложить идейку создателям Майнкрафта, чтобы они сделали этот... Давайте сейчас посмотрим это снизу. Может, чтобы они это сделали в Майнкрафте птиц, чтобы они могли летать, чтобы их можно было, к примеру, поймать и посадить в клетку. По-моему, неплохо, кстати, получилось. Да, я ожидал, что будет хуже. Итак, я сейчас посмотрю, сколько я записываю. Пауза. Так, ну а записываю я уже достаточно много, поэтому я решил, что сейчас я подведу итоги и закончу 10-ю серию одиночного Майнкрафта с Майнгеймером. Итак, давайте разложим все наши, скажем, вещи по сундучкам. И я скажу, какие у меня планы. Так, это сюда. Так, это можно сюда сунуть. Мясо поесть мне пока не надо. Это все можно тоже сюда положить. Это пусть будет здесь. Это здесь. Это здесь. Нет, давайте лучше вот так. Ой, я не помню, почему. Чему? Да, вот так. Так, саженцы, это все должно быть. Да, вот. Кстати, надо саженцы будет посадить. Все тоже будут. Итак, значит, какие я подвожу итоги? Значит, что Майндгеймер добился за 10 серий, почти там каждые 20-30 минут идет. Ну, в среднем 20-30, ну, 25 минут, в общем, в среднем. Это там 35 у меня сейчас на таймере, но там она же с ускорением будет, поэтому там меньше получится. Ну, это я уже подробности вам сейчас говорю. Ну, в общем, господи, опять эти мотоциклы. А закрыть окно не получится. Я задохнусь. Вот. Так что, значит, чего я все-таки добился. Итак, смотрим. Зато, вот чего я добился, ходя за эти 10 серий, по-моему, раза 2-3 в шахту, я... у меня сейчас в распоряжении 17 железа. Железная кирка, железный меч, ведро, да. Потом у меня... Ну, дерево это нельзя считать как достижение, вот. Потом... у меня стекло, сейчас дофига стекла, но это все уже потом. Вот, что касается материалов, я уже все как бы сказал. Теперь, насчет моего огорода и фермочки. Значит, огород. Что касается огорода.
Огород, кстати, в следующей серии надо будет собрать, он там вот какие-то там до конца наконец дорастут. И, в общем, у меня сейчас пшеницы хоть отбавляй. Я серьезно, очень достаточно пшеницы. Дальше, насчет моей вот фермочки. О, яйцо. Насчет моей фермочки. Что касается ее, значит, изначального как бы капитала у меня были курицы, овцы и все. В прошлой серии, получается, я обзавелся коровами. Вот, их, ну, я думаю, что я фермочкой буду частью заниматься в серии, а частью как бы буду просто за фермочкой следить и вне серии тоже. Вот. Дальше. Насчет дома. Что касается дома. Я, наконец, до конца достроил свою жилую комнату с балконом. Вот. Но что касается... Балкон-то он как бы и есть балкон. Но что касается вот жителей... Вот как бы вроде как у меня... Вот так удачно прямо сгенерировался, я хочу сказать, мир, что у меня... Я заслонился прямо вот с этой деревней рядом. Я хочу сказать, что я сейчас не вру. Потому что многие специально перед сезоном, чтобы для вида, могут включить там креатив, к примеру, ну, из опытных таких майнкрафтеров, и там схитрить и вот сделать вот так вот, вот. Найти деревню или там как-то ее с помощью каких-то читерских модов сгенерировать, и таким образом они получат, причем они могут там вот вот это называется как кузница, в кузнице они могут вот в этот вот сундучок положить. О, кстати, а что это я до сих пор все это не... Что-то это странно все как-то. Давайте я железные поножи заберу. Это все тоже. Мне в достижении у меня есть железная конская броня, которая, кстати, она как-нибудь крафтится? Нет. Она никак не крафтится, из нее ничего не крафтится. То есть, ну, кстати, странно, что я ее до конца не ограбил. Вот. А уголька здесь нет? Нет. Нету. Жаль. Вот. Многие могут как бы обмануть зрителя, что, ну, на тех словах, что они просто сами нашли деревню, а сами говорят, что они тут заспавнились. Но на самом деле я сейчас не шучу, и я серьезно говорю, что я действительно заспавнился у деревни. Я могу вот там вот где-то на пляже я заспавнился. Вот. Честно говоря, я как-то один раз делал мир себе, ну, просто так для интереса поковыряться там в креативе, там что ли, заспавнился рядом с деревней. Так знаете, что там лежало в сундуке? В сундуке? В том? Лежало три... блока обсидиана и один или два там алмаза было. Я вообще тогда чуть не чокнулся вообще. Это как-то было очень странно на самом деле, потому что это такие достаточно... Давайте я посмотрю. Интересно, а если я вот так вот возьму и... Сейчас я повернусь. И... посплю, да? Нет, так не получится. Вот. И это было очень странно, так как, получается, с такими ресурсами в распоряжении у себя, да, я мог на самом деле даже тогда сразу зачаровальню сделать. А дальше уже была проблема, проблема была бы только в том, чтобы сделать... Тогда бы уже проблема была только в том, как набрать опыт. О! 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 А вот это вот фигуренько. Чё, скелет?
Иди сюда, иди сюда. О, стрелы. Кости и стрелы. Ой, и опыт. Слушайте, а я только сейчас заметил, что у меня 21-й опыт. Круто. Житель. Слушайте, мне всегда напоминало почему-то, мне всегда почему-то казалось, что жители учились в Хогвартсе. А действительно, они ходят через двери. Ладно, окей. Значит, давайте, кости у меня были, может, я не знаю, когда-то так. Это все, это тоже сюда, это... Нет, это тоже сюда. Пожалуй, положим. Стрелы сюда. О! Ну, правда, мизерный. Правда, мизерный. А он... Как он крафтится? А, из трех нитей. Угу. Ну, возможно, из нее крафтится нить. Нет, походу нет. Из шерсти... А подождите, а нить, она никак не... Нет, стоп. Вот, она как бы... Нет, нить не крафтится. А из нее шерсть зато крафтится. Жаль, жаль. Ну, ладно, а то я уже 40 минут записываю. А я не хочу... Хотя... Нет, я не хочу, чтобы юбилейная серия растягивалась. В общем, ладно. Всем... А, нет, не так. Нет, 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 нет. Нет, сейчас, 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 сейчас. Вот, да. Здесь я закончу серию. В общем, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.